Приветствую смотрящих, всем здорово. Сегодня поговорим о такой теме, как арена. И что на ней можно фармить. Скажу вам то, что просто PvP-ши на арене 1x1, 3 на 3. Если вы что-то понимаете в этой игре, можно хорошенько пофармить. Ни для кого не секрет то, что мы стартуем на сервачке Allure Arcane уже в июне. И совсем скоро он уже будет открываться. Сейчас у нас проходит ЗБТ, думаю, скоро будет открытие. Напоминаю вам про реферальную ссылочку. И также, если вы регаетесь по рефералке, автоматически участвуйте в розыгрыше на 1250 голды, который закончится ровно через день, то есть уже перед стартом, да, считайте, можете выиграть голду. Два победителя, 625 голды. Также стартуем кланом, очень много залетает PvP-бойцов. Будет так называемый Big War. Будем очень прям со старта драться. У нас будет около 2-3 варкланов. Также, думаю, будет один союзник. Может быть, даже прям со старта. Ну, это все посмотрим. Кто желает залететь жестко пофаниться, попвпшить, пишем мне в телегу ВК. Все покажу, расскажу, отвечу на вопросы. Также залетаю я на косе. Буду забирать топ-1 арена Авроры. Может быть, заберу даже марафон по прокачке. Короче, ребята, вся инфа по клану, по розыгрышу и по репке будет в описании, либо же в закрепленном комментарии. Итак, поехали. Начнем мы, наверное, с аренки 3 на 3. Что у нас тут имеется? КХ-шлемочки и самое вкусное, конечно же, это камни. 10%, что вы залутаете какой-либо камень. В неделю, я уж точно не помню, сколько вы можете набить. Но, условно, побегать твинами вы можете даже что-то дополучить. То есть, либо за одну недельку, да, либо же за две недельки вы вытащите уже себе две коробочки на каждого чара. То есть, это 6 коробочек. Какие-то камни, да, можно залутать. То есть... Бегать на аренку теми же твинами, да, но просто так вы не регните. Нужны определенные, конечно же, условия. Просто там сотыми чарами вы не сделаете. Нужно небо, там репутация и так далее. Вот. Твинами самое профитное тянуть вот эти камушки. Иногда, конечно, тянут печати светил. Тоже нормальная темка, но в основном тянут камни. Если же вы играете основой, прям... Не знаю, я бы тянул шлем, на самом деле. Ну, кому что надо, на самом деле. Тут есть и опыт в диск, и шарики, и чего тут только нету. Также заточка трактата. Вот десяточка, это супер вкусно. Я сам еще не знаю, что буду тянуть. Но твинчиками точно надо подзабузить, немножечко порандомить камушки. Ну, на старте твины играбельные, на самом деле, даже будут. Можно и в какой-никакой топчик, да, вылезти. Условно, основой занять, там, топ-1, топ-3. Арены 3 на 3. И твинчиками, там, топ-10, да, условно, я не знаю. Может быть, попробуем. И со старта вкусно забустится. Также, арена 1x1, это отдельный вид искусства. Очень-очень вкусная награда. Кстати, ребят, если же у вас будут адекватные персы, играбельные, я бы мог побегать арену взамен, я всем говорю, 50%, то есть лута за неделю, условно, вот этих итемов, 50% я забираю себе. То есть откладываю в сторонку, и потом, как только тут копится, что, сколько мне нужно, да, я условно вытягиваю алмазку, либо каменку. Вот. Также, может быть, могу побегать... На марафон, да, условно, арены 1x1, там у нас сейчас марик на 200 рублей, может быть, и об этом можно будет договориться, посмотрим. Кстати, насчет вот этих вот ресурсов, может быть, еще какие-то тут будут убираться, не знаю, мне сказали то, что вот эти ресурсы будут убираться, на старте их не будет, так что, ну, просто проинформировал, да, может быть, еще, конечно, что-то уберут, может, блядь, уберут эту шкатулку, ради которой я вам рассказывал то, что вам можно типа поабузить, фармить камни, может ее уберут и видео потеряет свою актуальность, я не знаю. Вот, но касательно вот 3 на 3, да, можно с этой шкатулкой поразвлечься, 1x1, даже если у вас какой-то играбельный твин, условно, я не знаю, ну, сином на старте можно призраком поубивать сикером. Можно смело фармить вот эти вот камушки. Вот, то есть за первое место, сколько я помню, либо 300, либо 400 монет. Что-то такое. Может, по-моему, 300. Вот.
Так что даже вот на арене 1x1, если вы труп ОПшер, имеете какой-то скилл, шмот, тоже можно неплохо подзаработать. Вот посмотрим, как это все будет на старте. Ни разу не смотрели, только вот на, по-моему, на месяц или на полтора завезли нам арену 1x1, там 3 на 3, прям в ряд. Еще на старте мы это ни разу не смотрели. Будем смотреть, как это все будет выглядеть в релизе. Такой балик и так далее. Также изменили баланс классов немного. Тоже можете посмотреть на форуме. Я уже делал об этом много видосов. Ну, ребятки, в общем, что, ждем открытия. Не знаю, с нетерпением уже хочется залететь. Уже устал ждать. Не знаю, делать информативные видосы. Хочется залететь, запустить стримчик, блядь, и... просто не выходить с этой игры. Уже честно, устал ждать старта. Мои ребятки прям тоже уже ждут старта, фарма, фана. Все пикают очень хорошие профы. Прям, не знаю, думаю, сервер будет очень-очень балдежный. Так что, ребятки, все, давайте, всем до старта. Встретимся, я думаю, с вами в понедельник. Вся инфа будет в Телеграме. Всем пока.